Продовжуємо обговорення голосування на перевиборах Верховної Ради. Тепер наш гість Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Ну, як ви оцінюєте голосування? Наскільки вибір людей вважаєте відображений сьогодні коректно? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я очень доволен, что выборы состоялись. Потому что каждый день пребывания того парламента при должности, как говорится, он приносил массу проблем и трагедий в стране. И то, что парламент сменен, это уже хорошо. И выборы – это шаг вперед, это эволюция. Это не какое-то потрясение, революция, переворот. Это на самом деле самое главное, что выборы состоялись. Теперь задача защитить результаты, потому что очень грязная кампания, и мы видим очень много попыток фальсифицировать результаты, в основном со стороны мажоритарных кандидатов. И поэтому я хочу призвать всех наших активистов, всех сторонников, чтобы не расслаблялись, продолжили работу так, как мы ее будем продолжать сейчас, и удерживали, защищали результат. Я одновременно хочу поблагодарить всех граждан, что пришли на избирательные участки и отдали свои голоса, и выборы состоялись. Это великий день. И считаю, что он войдет в историю, потому что сегодня страна выбрала мир, а не войну. Страна выбрала развитие, и это, безусловно, хорошо. Ну, захист результатів – це короткострокові завдання. Так, давайте про довгострокові завдання поговоримо. Вибори відбулися, голоси порахують. Що далі? Коли може запрацювати Верховна Рада? Як довго і як... Наскільки довго, наскільки буде болезненим, хочу спитати, питання формування нового уряду, відповідно, нової коаліції? Ну, во-первых, Верховный Совет должен собраться как можно быстрее, потому что ситуация в стране требует принятия немедленных решений, и люди все вот, они ждут с надеждой, что будет быстрое решение, которое дадут возможность остановить войну, облегчить их жизнь, увеличить социальные выплаты. То есть люди надеются на то, что новый парламент, новая власть, она решит их вопросы, и мы не имеем права разочаровывать их, мы должны как можно быстрее этим заняться. Ну, звісно, ще потрібно подивитися на результати по мажоритарці, але от перші дані екзитполів говорять про те, що монокоаліції все ж таки, скоріше за все, не буде. Чи готові ви, як номер другий, як лідери перегонів, говорити з переможцями, з партією «Слуга народу» про формування більшості? Тут треба розуміти кілька речей. Перше. Для нас принципіально виконати те, що нам наказали избиратели. Тобто, приведення країни до миру, завершення війни, убрать эти драконовские тарифы, поддержать тех, кого должны поддержать государство, увеличить пенсии. Вот это для нас принципиально. Должности для нас не так принципиальны. И все, кто будет разделять вот такой подход, все наши партнеры. Поэтому, знаете, у меня перед глазами всегда стоят наши митинги вот эти два месяца, особенно в прифронтовых городах, когда ты говоришь людям, что мы принесем мир, и когда заканчивается митинг, они подходят и просят, не обманите нас, принесите мир, выполните то, что вы обещали. Вот это свято. А портфели, какие-то союзы, коалиции, это уже инструменты. Ну и для нас самое главное – принципы, с которыми мы шли на выборы. Ну, вот это мы будем реализовывать. Народ зараз дуже сильно чекає вирішення тих проблем, тих питань, які, в принципі, не в зоні впливу ні Верховної Ради, ні Президента. Ну, зокрема, тарифи. Як ви вважаєте, що з ними можна зробити? Верховна Рада зможе вплинути? У нас взагалі парламентсько-президентська республіка. І парламент в країні головний. І від парламенту залежить, які закони для того, щоб були знижені тарифи, в тому числі назначення членів правительства, які це будуть обезпечувати. І у нас вже є рішення. Ми в августі підпишемо новий контракт по поставкам газу. Для нас не нужно здесь представители власти. Будет прямой контракт между Российской Федерацией и потребителями в Украине. И это уже будет легче всем людям. Для этого нам не нужно быть присутствием власти. А вот по контракту на транзит, да, здесь нужно, чтобы власть, представители участвовали. И мы готовы тут помогать, потому что это критически важно для нашей страны. Это очень важно, очень значимо. Поэтому вот все вопросы, которые будут разделяться і відповідають нашим обіцянням, ми будемо виконувати. Пане Юрію, а якщо станеться так, що новий парламент не виконає всі
Оті питання, які і ви щойно озвучили, які озвучують люди, так, і які лунають найчастіше, набирають перші місця у соцопитуваннях, те, що турбує суспільство. Чим це все може закінчитися? Це буде внеочередні вибори, тому що парламентарі, які сьогодні прийдуть, вони повинні подивитися назад, чим закінчив предыдущий парламент. Всеобщей ненавистю к нему людей, уровень поддержки там 3-5%, абсолютно отрешенная от нужд людей жизнью. И, безусловно, новый состав парламента должен сделать выводы. Я, во всяком случае, на это очень сильно надеюсь. Я надеюсь, что это будет. А если нет, тогда он будет сменен. Зрозуміло. Но это тоже нормально, это тоже нормальный эволюционный путь. Ну, дай Бог, щоб це було ще й мирним шляхом. Зміна влади завжди гарна, лише мирним шляхом. Тільки перевибори. Да. Так. Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа за життя», відповідав на моє питання. Дякую вам за це.